ту ночь метель опустошила Потоэнг. Она поднесла свет перед моим трупом. Она бы могла сказать мне горькую правду, чтобы я мог избежать невыносимого всплеска эмоций. Она могла бы выколоть мне глаза, чтобы я не мог видеть демонов ада в коже богов. Или его уродливое лицо, которое напоминало мне мое. Но это не имело значения, потому что тайна навсегда похоронена. Ведь трупы не говорят. Но цена всего этого, ее человечность попала в недра богов. Не грусти, мать. Охота на богов закончится в ту ночь, когда метель опустошила Потоэнг.